Каждый год в день аварии он появляется снова, как предостережение другим, и исчезает со страшным криком, как заблудшая душа. Перси, о чем ты говоришь? О поезде призраки. Машинист видел его вчера ночью. Где? Спросили Томас и Тоби. Он не сказал. У меня колеса трясутся, когда я об этом думаю. Пуф, сказал Томас. Ты глупый маленький паровоз. Мне не страшно. Томас не верит в твоего призрака, сказал Перси на следующее утро. Его машинист засмеялся. Я тоже. Этого призрака показывали по телевизору. Перси был разочарован. В тот вечер он возвращался из порта. Перси знал, где находится, даже в темноте. Переезд ферма Крау теперь уже недалеко. Ему нравилось ездить ночью. Рельсы гудели, а сигнальные огни горели зеленым цветом. Но на пути оказалась сломанная повозка с известью. Фермер Сэм пошел за помощью. Перси сбил повозку. Известь разлетелась во все стороны. Он быстро поехал к ближайшему сигнальному посту. Машинист Перси рассказал, что случилось. «Я разберусь», — сказал сигнальщик. «Но вы лучше отмойте Перси, а то люди примут его за призрак». Перси усмехнулся. «Давай притворимся, что я призрак, и напугаем Томаса. Пусть не говорит, что я глупый маленький паровоз». Тоби обещал помочь. Томас готовился вести вечерний поезд. «Перси попал в аварию!» – закричал Тоби. «Бедный паровоз!» – сказал Томас. «Вот досада! Теперь я опоздаю!» «Пути для тебя расчистили, но есть кое-что похуже. Выкладывай, Тоби! Я не могу ждать весь вечер!» «Я видел что-то!» – сказал Тоби, похожее на призрак Перси. «Он сказал, что едет сюда, чтобы нас предупредить!» «Фу! Ерунда! Не бойся, Тоби! Я тебя защищу!» Пип! Пип! Пип-пип-пип! Пип! Впустите меня! Впустите меня! Выл Перси. «Нет-нет! Клянусь дымом из моей трубы! Дым-дым! Я буду бить, крушить и сломаю дверь!» «О, Боже!» – воскликнул Томас. «Уже поздно. Я не знал. Мне нужно найти Энни Кларабель». Когда Томас вернулся, было уже утро. «Где ты был?» – спросил Тоби. «Ну, – сказал Томас, – я знал, что ты будешь переживать за Перси и не хотел тебе мешать. Я спал в другом депо и...» «О, прости, некогда стоять, должен ехать за вагонами». Перси был очень доволен своим приключением и все еще продолжал радоваться. Он все слышал. «Ну-ну-ну, что ты на это скажешь?» «Можно подумать, — засмеялся Тоби, — что наш Томас увидел призрак».